Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные Монеты. Сегодня в этом видео у нас долгожданная распаковка монет, так скажем, новинок монет 2023 года. Я знаю, как вы ждали такое видео с распаковкой монет, с распаковкой банкнот. Сегодня на обзоре у меня такое вот письмо весом 230 грамм. Наконец-таки оно мне пришло, очень давно его ждал, долго ждал, вот, и ждал также эти очень сильно монеты. Ну, наконец-таки они ко мне пришли, и сегодня мы распечатаем это письмо и посмотрим, что же здесь за новинки монет 2023 года. Надеюсь, видео вам понравится, рекомендую его посмотреть полностью. Также смотрите мои другие видео. Итак, друзья, мы начинаем распаковку монет 2023 года, новинки монет. Итак, вот такое вот письмо. Все у меня, как всегда, запечатано. Скрываю абсолютно все при вас впервые. Итак, давайте начнем. Мы аккуратно разрезаем наш конверт. Разрезаем наш конверт. Так. Это нам не понадобится. Разрезаем наш конверт. Стандартная упаковка. У этого продавца я заказываю уже не первый раз. Поэтому должно все прийти в целостности и сохранности. Итак. Также у меня в сообществе ВКонтакте будет розыгрыш на данные монеты. Подробности вы можете найти в сообществе ВКонтакте. Переходите. Ссылка будет ниже в описании на мое сообщество. Также вы можете на него перейти по QR-коду на странице канала. Ну, на основной странице канала, если вы зайдете через компьютер. Так, упаковка хорошая. Так, друзья, наконец-таки мне эти монеты пришли. Ну, еще должны будут монеты мне прийти. Вот. Ну, сейчас я вам покажу. Они все, в принципе, здесь одинаковые. Вот. Будет розыгрыш на данные монеты. Так что можете испытать свою удачу, вот, и выиграть классные новые монетки в свою коллекцию. Так, распечатываю, вот, при вас. И смотрим первое, то что у нас такая монета. Такая, друзья, монета, это у нас смешарики. Новая монета из серии «Российская советская мультипликация». Монета 2023 года, естественно. Такая вот монета. Красивая. Кстати, качество довольно-таки хорошее на самом деле. Монеты такие без царапин, без каких-либо дефектов. Ну, мне нравится, в принципе, качество очень даже ничего. Чем-то напоминает, кстати, вот качество первых монет, которые выходили. Мне кажется, они были немного получше качеством. Итак, вот такая вот обычная монета, тираж у нее 850 тысяч штук. Но тут все повторы идут уже этих монет. И, естественно, также у меня сейчас вот. Также у меня аккуратно распечатаем сейчас. Также у меня, естественно, к обычным монетам я всегда покупаю себе цветные монеты. Да? Вот. Сейчас я вам покажу. Как говорится, из первых рук. Вот, я их держу в руках у себя. То есть, настоящие оригинальные монеты.
которые вышли в 2023 году. Буквально, можно сказать, недавно они вышли, примерно где-то месяц назад. Вот, друзья, это теперь показываем цветная монета, тоже монета называется «Смешарики», российская советская мультипликация. Тираж у данных монет составляет всего 150 тысяч экземпляров. Такая вот красивая монета в таком вот блистере защитном. Ну, это такая специфика цветных монет из недрагоценных металлов, из медно-никелевого сплава, которые сделаны, да. Ну, если сейчас я не ошибаюсь, в скором времени будут делать монеты из стали, покрытые никелем. Ну, не знаю, как это, правда или неправда. Это монета из медно-никелевого сплава. Идет. Вот. Вот такая, друзья, монета. И обычная, естественно, монета. У меня будет обзор отдельно на эти монеты. Также у меня будет розыгрыш в сообществе ВКонтакте, напоминаю. Ну, в принципе, друзья, на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем хорошего настроения. И всем пока. Всем до скорых встреч.